вечерние у нас прогулки. Сильно не раскачивайся, Ульяша. Ой. Аккуратно, Ульяшенька. Глядите, собаки. Возмущается Ульяша. Она сейчас меня приглашает на утренник. Я говорю, Ульяш, не пустят, карантин. Вот она возмущается, почему я не приду на утренник. А вот тебе Алиса мне сказала, я больше не сидел. Мне сказали, я не пойду на танцы. Правильно она сказала, между прочим. А почему ты кашку не съел? Надо было покушать кашку, а потом на танцы. С орешками. Не любит орешки. Ульяш, орешки полезны, дочь. Надо кушать. Нет, а я хочу тупую кашу. Таня с орешком, там вкусно мятая. Понятно. Ты на манную, да, кашу любишь у меня? Да, манную люблю. Мятые, манные. Ой, красота, да, Ульяш, гуляем. Сегодня тихо, спокойно, ветра нет. Вот решили погулять после садика. Ульяша делится своими впечатлениями. Да, Ульяшенька? Варюшки, давай оденем, а? Это кто сейчас? Вот так делает. Ну, это машина. Там Ульяш так звук такой издавал. Машина проезжала, издавала звук такой. Ого, ты чё это? Пошли домой, подруга. Угу. Давай тогда варюшки одевать. Тоже у-у. Домой не загонишь. Ну, сегодня можно погулять, тепло. Обычно ветра дует, а это прям красота. Спокойно. Но температуры нету. Нет температуры, да. Хорошо.